В этот момент вернулись ученики Иисуса и очень удивились, что он говорит с женщиной. Но никто из них не сказал ей, чего ты хочешь, и не спросил его, о чем ты говоришь с ней. Женщина оставила свой кувшин и вернулась в город. Идемте. Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Какого такого человека? А? Не понимаю. Они вышли из города и пошли к Иисусу. В это время ученики просили Иисуса: «Учитель, поешь». «Учитель, поешь». Но он ответил: «Нет, у меня есть пища, о которой вы не знаете». Ученики стали спрашивать друг друга: «Может, кто-нибудь принес ему еду?» «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело, которое он мне дал. Вы говорите, еще 4 месяца и наступит жатва. А я вам говорю, посмотрите внимательно на нивы. Как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что вместе и сеющие, и жнущие будут радоваться. Ибо справедливы слова. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать поле, в котором вы не трудились. Там трудились другие. Благослови нас, учитель. А вы пользуетесь их трудом». Многие самаряне из того города уверовали в Иисуса, потому что женщина говорила: «Он сказал мне все, что я сделала». И когда самаряне пришли к нему, они просили его побыть у них, и Иисус пробыл там 2 дня. Многие еще уверовали по его слову, и они говорили женщине: «Теперь мы верим уже не потому, что ты нам рассказала, но потому, что мы слышали его сами и знаем, что он действительно Спаситель мира, Христос».